Мухаммад Расул Адабалаев. Николай Сальник. Мухаммад Расул Адабалаев приглашается в зону награждения. Мухаммад Расул Адабалаев. Хорошо, хорошо, контрольник. 2005-2006 год. Новые серые пояса. Денис Ибрагимов и Карен Суринов приглашаются в зону награждения. Это не еда. Мухаммад Расул Адабалаев приглашается в зону награждения. Два мальчика есть. 2007-2008 год. Новые серые пояса. Михаил Ловач, Алексей Рахметинский и Алексей Горелов приглашаются в зону награждения. Денис Ибрагимов и Карен Суринов приглашаются в зону награждения. Колени к себе. Руку я тот колени. Да, снимай, снимай. Денис Ибрагимов и Карен Суринов приглашаются в зону награждения. Александр Сыров, помогите к восьмому мату. Давай, 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 скидка говорит. Их спасаем. Две минуты, Артур, две минуты. Хорош. Вставай обратно, Артур, опять баллы. Ардон, ну еще два отдал. Левую ногу под колено, под дальнее засунем. Ардон, вывеси, вывеси, вывеси его. Ардон, минута. Не останавливаться, Артур, дави, дави, сделай. Спина, спина, спина. Давай, 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 давай. Голову отсекай. Забрал спину, поясни. Рисуй, он все, он остановился, он так защищается. Давай, Артур. Стоп. Александр Серов, восьмой мат.
Осталось 10. Артур, левым плечом загрузи бэкстэп. Ты мало проигрываешь, Артур, давай работай. Контролируй ноги. 2003-2004 год. Науки цветные пояса. Сергей Гончаренко приглашается в зону награждения. А также в зону награждения приглашаются Саид Магомедов и Алексей Елешин. Артур, 30 секунд. Ногу забери, Никит, держи ногу, контролируй. Давай, давай, заправляй. Давай. Да. Сядь, маунт, Артур. Вот, вот, занят, занят, спину, спину. На балл. Я на балл. На балл, за ногу сутил. Обойди, Артур, ну. Саид Магомедов и Алексей Елешин приглашаются в зону награждения. Я не видел. Проходи, Артур, ну есть? Нету. Проходи. Саид Магомедов и Алексей Елешин приглашаются в зону награждения. Нечем делать. Спасибо. Вот тут сейчас буду. Алексей Елешин приглашается в зону награждения. Настя, подменишь меня сюда? Владимир Павленко, 8 мая.